25 лет назад деятельность пенсионного фонда начиналась с простых страховых сборов, которые уплачивали работодатели. Сегодня ПФР – мощная структура. Среди задач не только выплата пенсий, но и выполнение других крупных функций, например, материнского капитала. Главное, как относятся к вам люди, как они ценят ваш труд. И, безусловно, о чем сказал Игорь Святославович, это сам размер пенсии. Как бы это очень большая такая, очень тонкая вещь. За каждую копейку, за каждый рубль, значит, наши жители, наши работники, они сопереживают, и вот вы помогаете им, чтобы расчет этот, он был правильным. За успешное выполнение основных задач фонда лучших сотрудников отблагодарил депутат ЗАГС Собрания края Игорь Чемерис. Тот вал обращений, который идет к нам, в комитет, те просьбы, которые связаны с проверкой правильности начисления пенсии, потому что мы понимаем, с одной стороны, как это важно право реализовать, с другой стороны, мы понимаем, что пенсия на сегодняшний день, наверное, не соответствует тому требованию времени, тому уровню ценообразования, которое на сегодняшний день существует. Поэтому люди просят посчитать каждую копейку. И то, что вы не отказываете ни одному нашему обращению, то, что вы откликаетесь на наши письма и помогаете людям еще раз рассчитать, еще раз показать им, что те начисления, которые им были сделаны, они верны и правильны, это очень важно. Самое главное в их работе – каждый день с улыбкой встречать посетителей, принимать документы и делать все, чтобы человек, пришедший в пенсионный фонд, уходил в хорошем настроении. Максим Шпак, Денис Болтов, Слава Нурик, городские новости.